наш магазин знаменит, то что у него очень интересный дизайн. То есть его продумывал японский дизайнер Масамичи Катаяма, которого специально приглашали из Японии. Он здесь приезжал в Россию, смотрел сначала, ходил по Москве, замечал какие-то нюансы, и потом придумал наш дизайн магазина. Как он сам сказал, то что здесь он соединяет три культуры: японскую, российскую и английскую. От японского он взял минимализм, от российской это какие-то исторические события и исторические моменты, от Англии это субкультуры, ну и сами вещи наши. Особенность то, что у нас лестница есть, которая, ну, вообще очень редко в магазинах встретишь такую конструкцию. Здесь наверху лежат полы, как можно взять, что это из Ленинской библиотеки, как самые редкие здания лежат наверху, у нас это полы. Также дубовая дверь, которую специально привозили из России в Японию, там ее обрабатывали, а потом сюда привозили. Вот эта стойка, мы называем конвейер. Здесь он увидел на открытке, российской открытке, как работают люди, то есть там был, как, даже не помню, там свет падал, да, и здесь вот рабочее место. Здесь у нас лежит как бы поло, над которыми тоже работает и трудится наша компания. Интересный момент, то, что кирпич, который здесь привезен, это не от этого здания, его специально разобрали в Англии старое здание, сделали срез и собрали у нас заново здесь эту стену. А также можно обратить внимание вообще на вот эту стену, то, что здесь установлены айподы, на которых мы обычно заливаем коллекцию новую, для того, чтобы показывать. И также он, когда продумал этот дизайн, он говорил, что это типа агенты 007 КГБ, что прослушивающее устройство. Вот в этой зимой была совместная коллекция с McKinsey, с брендом 7876, и приехали вещи очень интересные, то есть свитера, поло, которое он переделал под свои. Интересная тема, а не то, что вот он убрал пуговицы и как бы вот здесь вырез сделал. И совсем другие цвета, которые у нас вообще не используются. Вот такие нежные, смешанные. Интересные рубашки, которые не сделаны до конца, вельветовые. Летней коллекции интересна тем, что я тоже делала черникой, и он добавил вот такие интересные принты в цветок. И в этом летом будет очень модные кожаные платья. Вот, ну, вставлен в одном немного мятый, потому что невозможно парить. Вот, интересные кожаные вещи. Была кожаная юбка, но ее уже купили. То есть интересно то, что венок здесь еще и вырезан. И также интересные структуры рубашек, которые сделаны тоже. Венок здесь вообще не присутствует, как сбоку обычно, а сделана вся рубашка. Вообще, магазин Фред Перри, таких бутиков Лорель, их всего 10 штук в мире. Их нельзя открывать на центральных улицах, таких как Тверская. Но улица должна быть с большой историей. То есть улица Петровка – это одна из старейших улиц Москвы. Она была проведена от Кремля до знаменитого вот здесь монастыря. И в честь него назвали ее Петровкой.